Щучку поймал. Вот она. Ну что, такая неплохая. Сейчас бы ее на берег еще вытащить. Идет. Ух ты, как ее поранили, блин. Кто-то покрупнее здесь, какая-то мамаша живет, блин. Так, мы первый день сегодня на Лозе. Это 15 километр от слияния. Ну, таких щучек штук 10 сегодня уже потаскали. Вот наша лодка. Лодка наша с бензой стоит, пришвартована. Димка спит, обед, а я щуп таскаю. Вот так вот для домашнего видео, для коллекции. Шнурок пойдет. Кило есть точно. Еще одна щучка клюнула. Опа! Ну, небольшая шурогаечка. Все равно приятно. На берег. Вот как таскают щук уральские парни. Профессиональная рыбалка. Берет активно, в принципе. Для этого времени года, видимо, уже созревает, берет активно. Ну все, буду отцеплять. Блин, практически фотоаппарат не выключается. Сейчас подмотаю. Стой. Ах, хотел уйти, зараза. Стоять. Жить хочет собака. Вернее, щука. Чуть не ушла, блин. Блин, как неудобно самого себя фоткать и видео снимать. Докидался, щучку взял нормальную. Больше килограмма, блядь. Красавица. Это овод кусает, блин. Тяжелая такая, блин, боролась так долго. Так, надо, чтобы она отсюда не убежала как-то, блин. Ладно, все, закругляюсь.